Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Демастер. И Линк. Всем привет, ребята. Да. Сегодня будем проходить карту от подписчика Кости. Ну и в принципе, Костя, давай тогда это, начинай читать таблички, стартуем. Я начинаю читать таблички. Ну ладно, давай я начну читать таблички. Вы просто Костя, вы просто Костя просто крестьянин. А, ну я понял, тут просто запятых нет, ладно. Тот раз был фараоном, в этот раз крестьянин. Орки заполняют королевство, многие покидают свои дома и земли. Вы тоже оставили свой дом и уже... Слышишь, мне напоминает этот сюжет из карты, это, из Героев 3, ну ладно. А мне напоминает из «Властелина колец». Скитаетесь уже седьмой день, неделя без нормального сна и еды. Но вы видите заброшенный дом. Ну-ка, погоди, я посмотрю. Ну не похоже, что он был заброшен, там факелы горят. Так, цветочек там в этом. Да, вы видите заброшенный дом. Блин, да что ж такое-то, в виде коробки. Как интересно, я вижу, ну ладно, я вижу дом в виде коробки, хорошо. На остатках сил вы добираетесь до него. Это создатель... чудо архитектуры просто. Да, создатель Валидов Нияз. Сред Ферн. Спасибо тебе, Валидов. Нияз? Да. Ломать вот. Только шерсть, листву, ломать только паутину. Шерсть, листву, паутину. Играть на легком. Следовать сюжету удачи. Поехали. По давай тогда бежим в этот дом. Так, отлично. Кнопка есть. Кнопка, давай. Тыкаем. Я надеюсь... Можно паутину ломать? Да. Так, ломаем паутину. Блин, ну долго её рукой ломай. Давай как-нибудь это, сдвинься, во, все. Блин, мы будем её так полдня ломать, слышишь? Может, меч выдадим себе? Ну-ка, погоди, жди здесь. Ты пока ломай здесь, я... Не против? Я пока выйду на улицу, постучу там. Да блин, да что ж такое-то? Прямо что-то с горлом. Ах, нифига себе. Пеку хлебни. А погоди, мы вам сказали, что можно ломать? Стекло вроде? Нет, погоди, дай посмотрю. Что там, шерсть вроде, паутина, что-то там еще, дай посмотрю. А, шерсть, листву, паутину, понятно, шерсть, листву, паутину. Угу. Так. Стекло, то есть нельзя, я думал там где-нибудь стекло проломить, все стороны открыть, здесь ломать. Я за все это время сломал только один блок паутины. А вот этот левый ломать, наверное, чтобы пробиться к сундуку, на, я ломать. Вот это, да. Я на тебя тут. А я пока к печке буду долбиться. Давай. Как бы это странно не звучало. Слушай, мы такими темпами будем всю серию ломать эту паутину, ну ладно. Ну я уже сломал два блока, это полезно. В принципе, ладно, в принципе, знаешь, тут на самом деле немного надо сломать, чтобы пробиться. Ты вот этот нижний-то ломаешь, чтобы сразу сундук открыть, да? Всю паутину мы, естественно, ломать не будем, мы сломаем только ту, чтобы добраться как можно ближе к именно нашим этим вот нужным вещам. Именно печка и сундук. Остальные, я думаю, нам, в принципе, вещи не нужны. Ну, то есть там вроде ничего больше и нет. Так, все, я сломал. Тут у нас 15 морковок. Том 2 и том 1. Ну давай, чё, я буду... А там, посмотри, по бокам нет никаких, мы же где-то вместо зеленой шерсти, о, вместо зеленой этой земли и шерсти, мы там за паутиной специально такая нычка. Да, глянь. Вот, есть. Есть? Да, прям за печкой. Прям за блин, печкой? Блин, так не хочется туда... Печку это... можно сломать сначала. Ой, ты меня затолкнул. В общем, давай я тогда пока читаю первый том. Да, давай, читай. Здравствуй, странник. Если ты увидел этот дом, значит, ты избранный. По пророчеству только тот, кого испытывают древние, получит священные артефакты и спасет мир от нечисти. Увидеть дом значит начать испытание древних. Вот так вот. Мы начали с тобой испытание древних. Видишь, я тебе говорил, там что-то есть, скорее всего. Вот и ломаешь. Вот второй. Ты пока ломай этот, ломай вот эти вот блоки, два, которые справа от меня, паутины. Я думаю, туда придется бежать, скорее всего. Давай я зачитаю сначала. Ну читай, ладно, ломай. Ты читаю, я ломаю. По прохождению испытаний ты найдешь священную броню и меч короля Артура. На пути тебе будут встречаться сундуки с книгами чарования, зелья, стрелы и бутылочки опыта. В печке должна была остаться еда. Первая часть брони находится в доме. Понятно, а где мы тут броню-то нашли? А, она, ну, видимо, вот, знаешь. Она вот, видимо, там зарыта. Да, да, да. Вторая, ломай вторую паутину, левее, которая... Вот это, да, я ломаю? Да, а ты дальше считаешь? Не, все, все, я прочитал. Которая левее, там, которая вторая, да, вот я, за этой. Да, я ломаю. Отлично, ты сейчас ты ее сломаешь, я пробегусь, там посмотрю. А нет, там еще надо будет верхнюю. Хотя не, верхнюю не будем ломать, потому что я думаю, там можно будет пройти. Да, можно просто бы зайти. Имеется в виду не пройти, а если что, грязь подкопаем, ты ломай. Только не это, не перейди мне камеру, то все да собьются. Я понимаю. Так, всё. Отлично, сюда жди. Что там? Так, там еще шерсть. И? Но я все-таки сломаю здесь грязь, думаю, никто не это. Не будет обидеться. И что там было? Броня, да? Так, да там был шлем. Шлем а древний. Что от нас дальше-то требуется? Так, и на, древний, читай. Ага, вот. Ты у нас будешь чтец. А я пока посмотрю, может, где-то еще нычки какие-то есть. Кровать, кстати, интересно, можно? Ты нашел часть брони, нагрудник найдешь в комнате, вход в нее находится в реке напротив этого дома. Ну давай, нам нужно и бежать. Погоди, значит, что надо сделать? Можешь еще одну кровать сделать?
А зачем? Все, смотри, мы... когда мы нажимаем на кнопку, set time делается, заметил? Когда мы зашли в дом, set time ночь сделался специально. Если мы поспим, то у нас здесь будет точка спавна в этом месте. Если мы будем умирать, мы будем появляться тут, понял? Так все, мы тут уже и так будем появляться. А, окей, поспали погнали. На кровать. Так что давай. Ой. Я открыл дверь. Да. Так, так. А что там древний, ты что сказал, куда идти? Нам нужно бежать к реке, которая находится напротив этого дома. Ну, напротив, это где-то вот там, да? Напротив, а может быть за ним? Не, вот смотри, смотри. А вот, вот река. Ой, зомби, ты слышишь, надо на легком играть. Ты вот мов, ты да ладно, сервер, это сделай легкий, а то, блин, давай спускаемся. Опять они за нами спустятся, слышишь? Подожди, сейчас я кое-что сделал, отойди. Я отойди. Я застрял в паутине, все. Я прохожу. Все, я сделал так, чтобы они не прошли к нам. Что тут на табличке-то? Что написано? Камни, желтые солнце, зеленое дерево, серый воздух. Вот карты с сюжетом это прикольно. Так, желтое солнце, что там, ладно. Помни, желтое солнце, зеленое дерево, серый воздух. Отлично. Давай, спускайся, я уже прошел. Тут какая-то пещерка такая. Достаточно прикольная. Тут TNT можно взорвать, слышишь? Сейчас попробуем. А ты подожди, давай прочитаем. Ты только читай, я пока там... ломаю паутину к TNT. Кнопки, чтобы взорвать. А, похоже, что тут уже что-то искали подрывники. Надеюсь, они ничего не нашли. Да, понятно. В общем, нам нужно... Что-то еще есть, быстрее глядись пока по комнате, я пока ломаю кнопки. Давай. TNT этот... Что внизу? А, вот тут есть сундучок, а в нем у нас 7 пузырьков опыта, морковь, стрелы и книга зачарования, короче. Видимо, нам в конце нужно будет зачаровать броню. Что там? Шарах, я взорвал, да? О, там, короче, броня, нагрудник алмазный, жди. Давай. Посмотри еще по пещере, да, смотрись. Ты пока осматривайся, я пока здесь... Да, потому что карта все-таки есть уже сюжет на прохождение, именно не всякие паркуры и так далее, а именно сюжет, это меня довольно-таки радует. Вот, на самом деле у меня тоже есть одна идея насчет карты именно с паркуром, всякая фигня, у меня есть мысли одна, я вот такой план придумал, но я пока никому об этом не рассказываю, но так на видео сейчас проспойлерю, потому что скоро что-то будет интересненькое. Такие дела. Так, ну тут ничего нету. Так, нагрудник древних я тоже беру. Алмазный, так, что есть? Надеюсь, они ничего не нашли. Так, здесь еще какая-то паутина. Смотри сюда в паутину, блин, там, да, шерсть будет серая. Где-то должен быть этот сундук, что ли. Вот тут паутина, вот это скопление паутины, фиг его знает. Наверное, зря я блоки ставлю, потому что, ну, как бы не запрещали же блоки ставить, правильно? Или запрещали? Я не помню. Ну, если не запрещали, то можно ставить, скорее всего. Ну, я тут больше ничего. А вот там сверху, смотри, там ничего нет? Нету. Тут, кстати, лестница, если ты в курсе, то что можно обратно подняться, если что. Да, я в курсе, ну блин, ну что нам сейчас, что от нас требуется-то? Вот все вроде сундук тут я нашел. А, погоди, мне же книгу еще одну дали. Да, читай. Давай, прочитаю. Читай вот эти, да, ты у нас будешь чтец. Ты будешь, короче, я буду тогда этим чуваком, а ты будешь моим браткой, который умный, а я буду тупым крестьянином, который ничего не знает. В общем, ты очень умен, если отгадал загадки навсегда. Только ты знаешь, такое. Это противоречие такое, знаешь. Я буду тупым крестьянином, ты очень умен. Давай, говори. Следующие указания будут у огромного гриба. Ну что, пошли искать огромный гриб. В лес чудес пошли. В лес чудес? То есть надо подниматься наверх опять, что ли? Да, я так полагаю. А внизу что было? Ну тут уже ничего нету, нам нужно искать огромный... А поедем, в сундуке что было? Так я же тебе говорил, там 7 бутылочек опыта, книга на защиту 4. Ага, ну ладно, и морковки там, по-моему, еще штучек несколько. Погнали. В общем, сейчас нам нужно найти гриб. А где он находится, сказали? Нет, сказали просто искать гриб. Просто искать гриб? Ну ладно. Да. Ну давай. Пауки посмотрим. Нас уже ждут, скейты-лучники, боже мой, может peaceful. Да, блин, да как-то в peaceful было бы не. А вот, я нашел гриб, иди за мной, Линк. Ага, вижу. Так, погнали, боже мой, у меня кот за спиной мяукает, что-то от меня хочет. У меня еда закончилась, так надо пожрать мясо быстрее. Давай, я тебе дам еду. Да у меня есть за мясо. За тобой зомби, беги быстрее. Я имею в виду, еда закончилась в индикаторах, боже мой. Быстрее, надо к грибу, он там заныкаться, быстрее, боже мой, что происходит? За мной зомби, скелеты. А тут какая-то пещерка, я сюда зайду, посмотрю, что тут. Зайди. Не, нету. А, заходи. Только свет ладно. Во тьме, блин, на меня вот зомби нападают, чувак, надо было на мирном играть все-таки, боже мой. Давай, убивай, у тебя есть броня, ты выживешь. Ну я-то выживу, но боже мой, ты-то как выживешь, я на тебя же десантирую всех. Так, сдохните, я их куском мяса прямо по головам, вот почему, где мой меч короля Артура? Как бы мне тут залезть-то тоже? Заходи. Я нашел, кстати, следующую точку, куда нам нужно будет идти. Свет во тьме укажет путь истинный, мне сказали. Тут есть кнопка, и написано тьма. А, то есть там больше ничего нету, да? В бою пробегу, здесь еще какой-то гриб задеюсь, который... Не, смотри, тут тоже есть гриб. Я сейчас кое-что поищу.
А слева, смотри, слева что-то что за полянка. А это, видимо, мы дальше туда уже пойдем. Сначала давай во тьму зайдем. Ты это слышал, да? Что? Взрыв. Ты, наверное, зря туда пошел сначала. Давай во тьму. В общем, смотри, нам нужно бежать вот туда. Не-не-не, вот, смотри, давай во тьму нажмем. Здесь кнопочка есть тьма. Давай, ну, давай, тыкай, тыкай. А. А, да. Это чтобы не ночь делать, что зомби с броней золотой пришел. Слышь, уходим, давай быстрее. Давай. Быстрее, быстрее. Нужно бежать просто вот по свету. Пойдем по световым блокам. Аккуратненько, да. Можно тут блоки еще пособирать, хотя это немножко нечестно будет. Пошли, 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 вон туда. На тот гриб, из того гриба в воду, а потом туда, и будут нам мобы мешать. Давай, прыгай. Да я прыгаю, давай, быстрее, Линк, боже мой, здесь еще хардкор, мы устроили хардкор, добавив мобов в игру. Так, теперь все, бежим дальше по свету, тут этот лес новый цветочный, вот тут, туда теперь. Блин, лучники, надо. Зомби, так, отлично, 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 бежим. Фух, опасное место, потому что я за тобой град стрел просто. Беги. Ну, как бы здесь у меня слишком светло для того, чтобы назвать это тьмой, но нормально. А у меня, в принципе, тоже максимальная эта яркость поставлена. Может, на видео затемняется, поэтому всегда делаю максимальную яркость. Скелеты такие меткие старые. Так, я иду, там смотри, какая-то розовая шерсть сверху. Давай, может, сначала наверх поднимемся к розовой шерсти? Да, ее 100% нужно сломать. А, это паркурец. Только хотел сказать это, то, что паркура вообще на карте нету, сюжет офигенный. Иногда не стоит усложнять себе жизнь. Может, давай включим день? Я не знаю. Крипер сейчас взорвет наш паркур, чувак. Давай отведем его, отведем. Включи день. Я буду этим. Давай, пока отводи его. Я сейчас взорвусь, я взорвусь вместе с ним, давай. Так. Time. It's day. Он меня не убьет. Да. Зомби проклятый. Я не убил, я же в алмазке. Ну, паркур суровый-то, блин. Ты же что я загорелся? А, зомби сейчас может меня подожечь. Если нужно было поспать, блин, мы с тобой тупанули немного. Нормально, забей. Да просто ты кто-то не делай сервера нормально. Надо было мне ставить сервер, наверное, на мой хостинг. У меня там все время уже стоит PS Full. Как же это называется фигня, которая... Вот, в следующий раз поставлю кисло. Нет, как же называется это? Сложность. Как сложность на английском? Да, дефицили. Да, и нужно... И нажать PS Full. Хотя, погоди, знаешь, как сейчас сделаем? У меня есть план. Я же не дурачок. Help. Сейчас будешь искать в Help. 2. Help. 3. Help 4, Help 5, так, Help 6, Help 6 нет, 5 из 5. Так, смотрим, Version, TP, Time, Night, TSXP, Version, Weather, Whitelist. Ты пока прыгаешь, да? Ну прыгай, прыгай. Да, я уже прошел паркур. Да ладно. Да ладно. Game Rule, Game Enchant. А вот дефицит. Все, нашел. Давай, пиши. Зачем усложнять жизнь? Все намного проще. Блин, вот это я тупанул. Тут, походу, не нужно было проходить этот паркур, прикинь. Да ладно. Тут книга, зачем усложнять жизнь? Все намного проще, блин. PS Full, смотри, все, видишь, в чате не писал. Да. А что, зачем ты проходил паркур? Да что там. Да тут, в общем, это книга лежала, и в ней написано, зачем усложнять жизнь, все намного проще. Ну, на самом деле, паркур несложный, я его прошел быстро, без этого ни разу не упал. Блин, все намного проще, значит, нам нужно что-то найти, что-то такое. А, смотри. Дырка. Под кроватью уж. Дырка? Нет. А, под кроватью шерсть? Или нет? Да. Нет. А, вот, тут сундук. Так, книгу на возьми себе. Давай. Блин, у меня уже столько этих книг в инвентаре. Давай поспим. Давай. Ну давай. Ты пока читай книгу, давай. На сказку мне на ночь почитай. Да не надо на меня прыгать, чувак. Это какая-то... Ну вот. Это какое-то германское видео получается, не буду. Немецкое видео. Ну вот, вдоль берега держи свой путь. Все, давай, побежали вдоль берега. Вдоль берега, где берег? Вот берег, да, вдоль берега. Ну погнали. Блин, погнали. А зачем я проходил эту паркур? Чтобы узнать, что не нужно усложнять себе жизнь, чувак. Да. Тебя затралили, как лавку. Хотели меня затралить, но затралили тебя. Ну нормально. А прикинь, мы вдоль другого берега бежим. Блин, может вдоль левого берега, я не знаю. Давай вдоль этого побежим. Вдоль пустыни. А вот, смотри, там какая-то плюха и деревня, что ли, какая-то. О, это мне кажется мой меч, слышишь? Это меч моего короля Артура. Так. Что здесь написано? Только истинный демайс здесь сможет вытащить меч из камня. Ну-ка попробуем. Ты видишь эту надпись? Наведи на него. Да, меч камня. А, это в 1.7 сделаешь, или 1.6, когда наводишь, например, там попишешь, да что это такое? Ну-ка погоди, дай вытащу его из камня. Да, вытащил. Я не буду тебя им бить, это он тебя сразу же убьет. А что там на нем? Не сразу же убьет. Смайт 5, кнокбэк 2, фаерцеп 2. Зашибись. Ну ты сгоришь просто. А то какой-то домик. Давай. Забирай
свои свои ботинки, это жесть. Ну это ты театралил просто, так вот. А тут нет ботинок, слышишь? Так, прочитай пока книгу. Ха-ха, ты попал в ловушку, скоро тебя заберут отсюда. Все, теперь Димастер тебя затроллил. А нет, смотри. Блин, как-то прикольно. Отлично, мы здесь. Мы там даже таблички-то не прочитали. А, что, ну давай вернемся, можно вернуться и прочитать, пошли. Меня нас все равно не заберут. Так. Ахаха, ты попал в ловушку, скоро тебя заберут отсюда. Зомби и Орлок. Может, получится Орлок? Получит свой меч, мы захватим, все королевство с его помощью. Умный, блин, как я сразу не понял. Надо выбираться отсюда. Нет времени спать. Нет времени объяснять, нужно выбираться отсюда. Погнали. Так, и куда бы мне, наверное, дальше? Я вот там, да. Свет, видишь, свет в конце туннеля? Я вижу, да-да-да. Свет во тьме покажет тебе истинный путь. Димастер и Линк. Два верных друга. Крестьянин и его друг крестьянин. Только умный крестьянин. Так. Который читает книги, да. Заходи в гору. Заходи, давай, поднимаемся. Отлично, погнали в гору, Линк. Пошли в гору. Мы идем в гору. Так. Ты должен нас... Ты должен нас узнавать. У тебя всего одна попытка. У нас две попытки, ребят. Одна, а что в сундуке? На, прочитай, что написано. Мне скажут, как скрафтить что-нибудь там еще. Так, тут у нас... после получения ботинок ты можешь уже победить, говоря о зомби. Но зайди в дом за логовом врагов. Тебе помогут. Я нашел, кстати, ботинки. Да, нет, я нашел еще одну ботинку. Протекшн, в общем, смотри. Зелье. Смотри. Нам, короче, нужно забежать в дом за логовом врагов. Угу. О, в дом за логовом врагов тебе помогут. Что-то как-то странно написано. Там какая-то заспавнившаяся эта постройка стандартная. А где это, блин? Выйди на улицу, тебе покажу прикол. Давай. Поедем. Ты на улице вышел? Вот. А вот, смотри, налево, смотри. Там что-то есть. Мне кажется, это стандартный спаун. Да, не знаю, давай сходим туда, посмотрим. Там просто свет горит, очень меня напрягает. Может, там босс? А, ну так вот, как раз это логово врагов. Смотри, нам нужно узнать в этом... Погиб, может, сначала врагов... обратно вернемся, слышишь, в это... Не-не-не-не-не, смотри. Кнопки нажмём. Не-не-не, нужно сначала узнать, какую кнопку нажимать. У нас есть всего одна попытка. А, ну погнали. Это Adventure Map от Демастера Линка. Тебе что-то как-то тут сурово все сделано. Смотри. А что, какой-то дом дальше смотри. Ну тут реально что-то кто-то мутило. Это, видимо, арена с боссом, я не знаю. Да, походу, я упал вниз. А вот смотри, там есть вход. Где? Там есть вход. С этой стороны. Ну-ка, и тут. Что? Тут нифига нету, кроме этого. Тут три две головы. Что за кнопка из стороны? Я чувствую меч. Отдай мне его, и мы будем править миром. Кто-то чувствует меч. Да, любит он все рушить и превращать в руины. Слушай, вариант был, наверное, нажать на кнопку сперва. Слышь, пошли нажмем. Ну там, блин, смотри, в книге-то написано, чтобы мы пошли и нашли дом за логовом врагов. Там одна попытка на кнопку нажать, что-то как-то... А, дом, думаю. Ну может там, который дом, который там... Да, может быть туда. Там дальше еще один дом куда-то есть. Да, паркур от Демастера и Линка. Хотя, может быть, я и не прав. Ну погнали. Быть, сколько к тому дому, то сейчас бах, написано, конец карты, вы все прошли, придется возвращаться обратно и нажимать эту кнопку. А потом окажется, что все кнопки на самом деле были неверными, это было развод на нуба. Что здесь написано? Тут не вот дверь тут есть, так что. Ага, здравствуй, избранный. Ты можешь отдохнуть тут, поесть, зачароваться. Армия короля заточила Орлока в клетку. Но он по-прежнему могуч и силен. Только ты можешь его убить и превратить в руины. Так. С ним можно торговать. Есть 15 мяса. 15 курицы. Да, есть у меня. А, курицы нету, есть. Так, погоди, дай мне, знаешь что? Дай мне книжку на зачарование. Да-да-да. А где ботинки-то? Мы так ботинки-то не нашли. И где опыта? Да, вот, 7 штучек. Так отойди. Чувствую, я, короче, буду бегать, это, отвлекать этого. Отойди, на тебе опыт надается тоже. Сейчас король Артур зачаруется. Это как-то у тебя много этих бутылочек, тебе не кажется? А я еще нашел. Да? Так, только вот, наверное, ни на одну из этих не хватит. Хотя вот Unbreaking 3, Protection... добавить. Ну давай хоть что-нибудь там черани уже есть. Вот, протекшн зачаровал на штанишке. На все остальное бы не хватило, там что там по 2 зачарования. Так давай, нужно найти где-то ботинки, я не знаю, где они будут. Ты шерсть где-нибудь не видел в доме? Может в доме где-то есть шерсть? Нет, я вроде ничего тут то не наблюдаю. Если ботинки, то будет плохо. А может, вот тут колодец есть, смотри, может в нем что-то? Что? Нет, в колодце нифига нету. Это стандартный колодец. Мини-сруфта. Да, блин.
Вот такая деревня, что ли, сгенерировалась? Смотри, один дом. Не, он обрубил, скорее всего. Половину, да, все остальное он убрал. Подожди, давай посмотрим, может быть, тут реально что-то есть. Либо он сделал просто по стандарт деревья. А, вот, смотри, тут есть кнопка. А, это time, time, чтобы ночью, чтобы мы могли поспать. Блин, не знаю, что делать. Ну побежали туда обратно, одна попытка. Пойдем без ботинков, пойдем биться с ним. Либо где, может, ботинки находятся прямо, когда мы заходим в его логово, там, ну, или за логовом. Да, может, возможно. За логовом врагов это имеет в виду прямо за логово, мы-то чуть правее пошли, а не со самого логова, понимаешь? Так, стиги, может быть, тут еще в башне что-то есть, смотри, тут же башня. Башня? Ну давай зайдем, посмотрим. Нет, в башне ничего нету, я посмотрю. А другой башня. А ты блоки шерсти не находил? Нет, нет. Нифига. Ой, я тут упал куда-то. Сейчас отлично. Нету? В башню другую захожу. Нет, тоже вроде ничего нету. Ну ладно, так, пошли. Мы уходим, а, кстати, тут еще есть одна наковальня, если она тебе нужна. У тебя, кстати, ты положил эту книгу, да? Да, нет, она у меня с собой. А так а что ты ее не зачаровал-то? Опыта не хватило? Да, это третий левел всего. Тем более, это на ботинке надо зачарование делать, скорее всего. Печальненько, ну ладно. Пошли тогда, нажмем на кнопку, у нас одна попытка. Угу. Погнали. Ой, так. Опять я на эту книгу нажал. А надо подумать, погоди. А, вот, так погоди, вот на что надо нажать. Смотри, стопудово, вот это вот, солнце надо нажать. Слышь? Да, ну тыкай. Просто оно чаще всего. А, ботинки дало, слышь, ботинки мне дало. И что нам нужно дальше делать, я не понял. Не знаю. Что в книге было написано? Книги? После получения ботинок ты можешь уже победить, говоря, зомби. Но зайди в дом за логовом врагов. Блин, читай это. А, все, понял. Все-таки нужно было сначала ботинки получить, это я тут тупанул. Да, после получения ботинок, пошли. Ну, в дом мы зашли, да? Да, так что уже это... Так, где, а вы как мы убьем главаря зомби, если у нас Peaceful стоит мод? Ну, видимо, нам нужно было не Peaceful включать, а... Нет, но он нам в начале игры же сказал доиграть на Peaceful, нет? Разве? Да. Ну, я что-то не помню. А вот тут, ой, блин, я упал в эту. У меня есть шерсть, так что я ее поставлю. Не, я могу, в принципе, вырубить Peaceful, нажать на кнопку. Ну давай. Или может быть он заспавнится без этого, когда я нажму на кнопку просто. Не, ну кнопка-то так, она... Так, не ли там что-то сделать, не знаю, хард. И что нужно, что-то нужно сделать, что-то как-то я чувствую, мы немножечко тупанули с тобой. Ну, наверное, то, что вы выключили этот мод. Встали Peaceful. Ну, хотя мне казалось, что он сказал играть на мирном. Разве нет? Нужно будет пересмотреть потом. Что-то мне тоже... Ну, по сути, мы, в принципе, мы собрали меч, мы все сделали, я не знаю, и что делать-то будем, Линк? Давай еще раз сходим к дому, посмотрим, что там. Ну, очень долго, слышишь. А, ты к тому дому имеешь в виду? Да, вот к тому. Написано, может, там какая-то пасхалка есть, которую мы еще не разгадали. Да, вполне возможно. Смотри, появился скелет-лучник, уже все мобы начали спавниться. Может, просто когда я переделал на Peaceful, он исчез, тот моб. Я не знаю, что от нас требуется. А, там, скорее всего, комбо-гигант бы был, которого просто убить легко. С этим, с очарованием, с этим мечом. Блин. А, тут надо пластинку засунуть. Да, может, надо было изначально пластинку, сейчас только давай музыку выключу, чтобы музыка не играла. Подожди, зашел этот... Я убью, да не винились, я убью их, закрой дверь, я убью их. Да, закрой, все. Да ты их с одного удара выносишь. Да, у меня смайт, опять же. Так, видишь, просто есть такая тема, то, что можно здесь как на Хэппиксе, делать, надо просто плотинку засунуть. Нет. Так, ну и пошли к боссу, может он заспавнился сейчас. давай посмотрим. Фиг его знает. Дальше тут ничего нету, значит, ну, за тобой паук. Так, ладно, давай бежим. Паук тоже не убиваю с одного удара, потому что паук они не убирают. Так, погнали, может быть, босс сейчас лестница. Так, бежим. Ну, и он что-то не рез... А может попробовать самому его запустить? А, типа иссушителя призвать? Нет, включить геймод. А, нет, смотри, реально здесь 3 головы иссушителя внутри, можно до иссушителя призвать? Нет, даже 4, даже 5. Убей там скелета, пожалуйста, он меня стреляет. Пока иссушитель головы собери. Так я думаю, тут не иссушителя нужно будет убивать. Кого? Или иссушителя все-таки. Ну давай призовем здесь иссушителя и забьем его. Да, забьем и все. А ты слушай, там 3 головы надо поставить, да, вроде? Да, и песок душ. А у нас есть песка душ? Песка душ нету. Ну, сделай. Да, давай, включу геймод. Один. Так, где тут у нас песок-то вообще? Вот. Только делай, пока тогда дальше. Ты будешь сам с ним разбираться, потому что у меня брони вообще. Ты будешь нет. Смотреть и записывать эту книгу, а потом будешь ходить и рассказывать всем о моих подвигах, ё-моё. А я еще пробегусь, может, здесь... Смотри, я его поставил. Ты заспавнил его, что ли, ё-моё? Да.
Ёшкин Гай, его пока еще нельзя, он пока еще спавнится, погоди. Давай, сейчас я встану и буду это крупным планом записывать, как Димастер дерется с сушителем. Все. Так, ну что, он там заспавнится? Ой, да, фига, да, он взорвался, да, у меня мало жизней. Я сейчас умру, чувак, я сейчас умру. Живи, а, умираю, беги, умираю. Димастер, я умираю, молоко пол тебе, сердца. Дать молоко. Ро! Димастер высох. Да я просто забыл, что он взрывается вначале. Ну-ка, погоди, Лин. Давай, давай, ты тогда ко мне. Сейчас дубль 2, ребята, это плохая запись. Как-то свет это. Так ты готов смотреть? Записывай. Подожди, 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 давай, я сейчас туда, сюда встану. Умирай, сушитель, я знаю, что я смогу тебя убить. Просто я вначале подошел к нему, это была глупая ошибка, и все, я убил его. Все. 5 уровней? А где звезда ада? Я сейчас умру, слушай, я сейчас умру. Молоко, на, на, на. А там, слушай, ничего нет снизу, может, дай молоко, быстрее, быстрее, молоко, быстрее. Я вы, сзади, сзади, все, пей, пей, пей. Не успеваю. Опять где меня там? Погоди, там снизу под этой штукой что-то есть, что ли? Может, надо было спуститься вниз, и мы зря это все, весь цирк это строить. Да, тут убьет. Есть какая-то яма, но нифига больше у меня нету. Ну, больше сейчас, может, здесь спуститься можно, и рычаг нажать, погоди. Ну, в общем, что-то как-то тут очень странно. Нет, нифига там нету никакого рычага. Погоди, давайте с ним спустимся, мне кажется, можно. Не, ну блоки-то ломать не надо. А вот здесь шерсть была, слышишь, здесь шерсть была. Шерсть? А, нет, где? Сломал ее, ничего здесь не было после того, как шерсть. Это, наверное, ты ставил. Где, где, где? Блин, ну что-то как-то очень это странно. Ну, наверное, из-за того, что таким мод поменяли, ну хотя вроде там. Слетай сначала, посмотри, погиб, убей меня, я сейчас слетаю сначала и скажу, тебе был бы там peaceful мод. Если там реально peaceful стоит, и мы не ошиблись, так где ты? Убей меня. Я сейчас обмолвлюсь, давай. Да, я броню сниму хотя бы, это будет долго. Все. Я это твои вещи забираю, так, и. А, не, тогда... заспавнился около того места, где этот был. А, где мы блин, спали. Блин, ну я не раз. Знаю. Давай, давай, дай я быстренько долечу. Геймод тебе. Ребята, как бы это мы все-таки тестим. Я, да, да, да. Я просто... сделал ошибку, или все-таки автор что-то попутал, и, в общем, мы упорты, короче, я не знаю. Просто когда ребята. Мы проходили первую карту, нас наругались за то, что якобы мы не нашли какую-то кнопку, но мы кнопки там в упор не видели. Ну, я реально что... не видел кнопку. Но сейчас я нас тоже... будут. Я думаю, нас будут опять ругать. Правильно будут делать, что будут нас ругать. Мы же здесь зафейлились. Ну-ка, я сейчас прилетаю. Сейчас будет написано, не играйте на мирном, а я прочитал, играйте на мирном. Ну, давай посмотрим быстренько сейчас. Видимо, знаешь, видимо, когда мы нажимали на кнопку с тем цветком, должен был заспавниться этот монстр. Так, играть на легком. А, играть на боге легкий, это же peaceful. Легкий нет. А, это мирный. Peaceful. А, это легкий, это изи. Слушай, знаешь, как можем сделать сейчас с тобой? Так. Поставим на паузу, перезапустим ее. Ты сможешь перезапустить карту? Ну да, смогу, в принципе. Вот, и добить чисто просто момент с этим боссом, не знаю, и так далее. В общем, ребят, тогда пауза, да? Да, пауза. Так, ну что ж, ребят, мы продолжаем, мы, конечно, да. Броню себе читернули, читернули немного молока, но это все делается, потому что, как бы, мы карту-то, по идее, уже прошли, то есть мы даже сушителя убили, вот, ну вот, как бы, видишь, сверху полосочка есть, сверху, вот, по центру экрана, видите, орлок. Появился есть, орлок, да, мы немножко мы в прошлый раз тупанули. Да, то есть это, как бы, мой фейл был, ребята, мой фейл, подписчики Линка, можете пинать мне ногами, кидать тапочки, все, побежали убивать орлока! Не смотри, можно его, давай, 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 тихо, вдвоем. Бей его, бей, 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 давай, давай, что не зачарованно, ничего. Ты заразу, ты же как-то жестоко. А может сейчас не зачарованный, давай, 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 нужно бить его, бить. Сейчас я это выпью молока. Давай выйди на улицу. Боже мой, меня ж убьет. Молочка. Давай, 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 давай. Пол сердца. Есть еды, Линка, тут что-то еды нет. Да, выйди на улицу. Я его убиваю. Смотри, он на тебя загрелся, я его убью. А, давай, 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 давай. Отличный план, отличный план. Это хорошая тактика. Давай, тимплей. Подожди. А, нужно выбежать. Убегай, убегай быстрее. Давай, давай, он таблички сломал. Че сломал? Таблички, блин, негодяй, надо написать. Погоди, сейчас. Дай, дай. Негодяй. У тебя ж яблоки есть, ешь. Нет, яблоки. Ты мне не дал. Ты мне не дал яблок. Я тебе не дал яблок, вот, да. Вот я реально негодяй. Так, давайте захавай яблок. Давай, давай. Нифига их слишком взял, ну ладно. Да нормально, нормально, пойдем. Я по парочку захаваю, чтобы отрегениться, и это. Кошка мяукай, давай, нужно быстрее на серию, кто хочет кушать. Давай, давай, он на меня загрен, я его бью в дырку. О, боже мой, на тебя загрелся, чувак, быстрее! Так, давай, я бью через дырку, быстрее, добивай его, добивай, давай, 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 Линк, давай, почти. И да! Убили его. Замечательно. Отлично, что теперь? Выпала адская звезда. Все, и на этом, я думаю, мы карту прошли, да? Погоди, ну ладно, у меня кот уже мяукает, давай тогда быстренько завершим. Да. Ну что ж, ребята, в принципе, там все. С вами были Дымас и Стерлинг, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, ребят. Да, обязательно комментируйте под видео там все дела, в общем, ну вы знаете сами. Всем удачи и пока.